Мы наконец-то добрались до Вены и находимся сейчас у арены Wiener Stadthalle. Эта арена дважды принимала чемпионат мира по хоккею в 96-м и в 2005 году. Оба раза на этой арене чемпионами стали чехи, а вот, к сожалению, команда Австрии показала не самый хороший результат. В 2005, например, они заняли аж 16-е место. И на данный момент на чемпионате мира Австрия выступает тоже так себе. Они в нашей группе сейчас находятся на предпоследнем месте. Ну, давайте пожелаем им удачи.